Ох, какая павлония большая. Видите, какие листики. А ты где лазил? На кого ты похож? Эй, Мирка, Рада, Лирик. Я увидел, там идут работы. И веду им в помощь бульдогов. Ребята корчуют там дерево. Сейчас я их обрадую. Серёж, что убегаешь? Я вам помощь веду. Серёга! Оу! Они специально ушли. Отказались от помощи. Привет, Ниф-Ниф. Я вам помощников веду. Серёж. Грабунок видал. Ты чё так? А как ты без них? Глянь. Сейчас они тебе тут все помогут. Ну что, корни тут мощные, да? Да, они там в одну сторону идут. Куда? В какую туда? Сторону? Туда, вглубь? Да. В одну сторону, да? Там тракторист ездил, траву косил. Я хотел его поднять. Слушай, а этот топорик Серега брал уже. Где он? Да вон он. А, вот он. А я тот наточу. Ну смотри, топорик есть, пешня есть, пила есть. Но все равно на этом месте должна расти черешня. Значит, от помощи ты отказываешься, да? Я и Ромку выгнал. А? Я и Ромку выгнал. И Ромку, чтобы он тебе не мешал. Серега не любит, когда его отвлекают. Вот эти вот черешенки будут здесь расти. Черная, крупная и ранняя. Серега корчует пеньки вон. Тебе и пила не нужна, Сереж. Ты ни хрена себе. Глянь, что делает. С корнем вырывает деревья. Вот это да. Ничего себе. Сереж. Я такого еще не... Ромка, я его сделал. Я еще такого не видел. Ага. А в другую сторону? Все, оторвал корень. Ага. Пилу бросил. И без пилы. Пила только мешает Сереге. Опа, победили. Там еще один, там еще. Еще один? Да. Правда говорят, что два солдата из стройбата заменяет эскаватор. Ох, да я отвлекся уже. Это медведь пришел. Ага. Ну что, ребята, а я. Вот Сереж, видишь, а без помощников что бы ты сделал бы? А так Марсик он ходил, хрюкал, вдохновлял тебя. А яблочки-то какие красивые. Падает он, никто их не собирает. Никто не приезжает яблочки кушать. Вот следующие яблочки спеют. О, а еще у нас тут, пойду похвалюсь, что персики у нас. Гляньте, какие. Видите? Вот они, красавчики. Персики. Смотрите, как они. Видите, там. Вот как растут. Прям рядочками такими. Вот они. Персики. И главное, что все высоко. Внизу нету. А, вот он. Внизу персик. Но он еще тверденький. Да. Вот в саду сколько работы, видите, приходится и корчевать, и сажать новые деревья. Это дерево заболело, пришлось убрать. Черешни тоже. Мы ее лечили, лечили, подвязали. Вот. Видите, что произошло. Пришлось убрать. И точно так же на том дереве. А эти... Черешни хорошие остались. А тут, видать, вулкан когда-то был.
Вулкан, в смысле? Да, вон, видите, да, вот сколько. Пепел, пепел. Ну, точно, да. Это стоянка древних неандертальцев. Они тут, мангал у них стоял. Ну, костей я не нашел. Это. Они съели друг друга и все. Безотходное производство. Марсик! Марсик! Побежал черный плащ. Вон он. Ну что мне, возвращаться одному или с тобой, Мирка? Пошли, Мирка, домой. Все, помогли ребятам. Пенек выкорчевали. Можно и отметить это дело колбаской. Благо у нас колбаски, как говорил кот Матроскин. Говорит, у меня это умыло, говорит, завались. Мой говорит, дядя работает на гуталиновой фабрике. Помните? То есть крем или... Ну, в общем, на гуталиновой. Так вот и я хочу сказать, что у нас этой колбасы завались. У нас... В колбасном магазине работает вот арендатор вот этой вот беседки. И она нам аренду платит колбасой. Это Алла Пустовит. Она зафрахтовала эту беседку. И теперь в течение вот уже 3 лет она арендует ее. Оплата, сыр, колбаса. Вкусняшки разные. Так что у нас этой колбасы завались. Мы ее даже с рыбьим кормом мешаем. Ну что, Мирка, заканчиваем ролик, да? Смотрите, сегодня как хорошо, облачка, птички поют, не жарко. Вчера было 36, сегодня уже 26. Прям так хорошо, хорошо. Рада! Рада! Домой! Вон она ты! Вон ты! Ходит там. Иди домой быстрее! Рада! Вот девчонка непослушная. Рада! Рада! Бегом! Домой! Идет, идет, идет. Иди быстрее, мне надо ролик заканчивать. Быстрее, Рада. Рада. А ты уже мокрая, ты где? Где-то успела уже. Быстрее. Все. Где остальные? Марсик, Лирик. А вон и Рекс сидит, видите? Пока его Рекс живу. Не, мистер Рекс. А вообще-то Федя. Все, это Федя у нас. У меня раньше была собачка-овчарка Федя. Пусть это будет тоже Федя.